Здравствуйте, в эфире программа «Деловой разговор». Меня зовут Наталья Каршева. Сегодня поговорим о дачной амнистии, кому и что она дала, а также узнаем, правда ли, что меняется начисление налога на дачи. У нас в гостях Ольга Александровна Пятина, начальник территориального отдела номер 2 кадастровой палаты по Алтайскому краю. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, продлили, не продлили нам дачную амнистию, действует она сейчас? Вопросов много. В настоящее время нормативно-правовой акт, продляющий упрощенный порядок оформления жилых и садовых домов, он не опубликован. После официального продления дачной амнистии постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права жилых и садовых домов будет, как и раньше, в упрощенном порядке, то есть освободив граждан от сложного уведомительного порядка, действующего в настоящее время. Для этого достаточно будет предоставить декларацию об объекте недвижимости и технический план. Технический план готовит кадастровый инженер, а декларацию заполняет собственник земельного участка. Скажите, пожалуйста, правда ли, что с этого года меняется исчисление налога, ну, в том числе на дачи? С точки зрения исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога в 2019 году ничего не изменилось. А вот с 1 января 2020 года в соответствии с законом Алтайского края 97ЗС налог на имущество физических лиц будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. То есть базой для расчета налога будет служить величина кадастровой стоимости на объектов недвижимости. Кадастровая стоимость для уже существующих объектов недвижимости будет определяться при государственной кадастровой оценке. А для новых объектов недвижимости, которые уже будут введены после завершения кадастровой оценки объектов недвижимости, она будет специально рассчитываться по специальным методикам. Согласно 237-му федеральному закону от 3 июля 2016 года о государственной кадастровой оценке, государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, проводимая в текущем году, вступит в силу в следующем году. В этом году у нас проводится государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и объектов капитального строительства. Проводит оценку у нас краевое государственное бюджетное учреждение, Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки. То есть в нашей ситуации результаты оценки земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и объектов капитального строительства будут применяться уже с 1 января 2020 года. Поэтому налоговые уведомления по новой уже кадастровой оценке люди получат в 2021 году. И то только на садовые и огородные участки, которые находятся на земельных участках сельскохозяйственного назначения, а также на объекты капитального строительства. Причем, согласно налоговому кодексу, налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых предоставлены в налоговые органами Росреестра, то есть это из Единого государственного реестра недвижимости и БТИ. А можно немножечко подробнее, что такое сельскохозяйственные земли? А, то есть земли сельхозназначения – это что? Как узнать, где у нас дача? Дача, если за пределами города Бийска, то это уже идет как бы земли, там дачные участки на землях сельхозназначения. Если в городской черте, то пока что если вас не касается. Пока что, да, пока что не касается. А как нам узнать заблаговременно, желательно, во сколько оценят ту же дачу, например? Кадастровая стоимость земельных садовых участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, должна быть определена в этом году. Результаты государственной кадастровой оценки утверждены будут к концу 2019 года, а применяться они будут с 1 января 2020 года. Вот. Также существуют дачи, которые расположены на землях населенных пунктов, как вот до этого мы с вами, да, в Бийске, то есть в городе. И планируется провести кадастровую оценку на этих земельных участках в 2020-2021 годах. То есть, а узнать, во сколько оценили земельный участок и объект недвижимости, да, либо капитального строительства, это достаточно просто. Согласно 237-му также федеральному закону, кадастровая стоимость объекта недвижимости можно посмотреть в отчетах о результатах кадастровой оценки. Также они опубликованы на сайте Росреестра в разделе «Фонд данных государственной оценки». Там есть раздел «Кадастровая стоимость», «Кадастровая оценка». После утверждения кадастровой стоимости земельных участков данные будут все внесены в Единый государственный реестр недвижимости, где также заявитель может сам посмотреть на сайте Росреестра через портал раздел «Справочная информация объектов недвижимости в режиме онлайн» либо на публичной кадастровой карте.
Также можно запросить сведения в МФЦ, то есть справку о сведении, запрос сведений о кадастровой стоимости земельного участка. Стоимость такой справки бесплатно. А из чего вообще складывается стоимость, кадастровая стоимость земли в нашем случае? Может ли случиться так, что, допустим, два соседствующих участка относительно равных по размеру окажутся с разницей в многие разы по стоимости? Величина кадастровой стоимости земельного участка, на эту величину влияет категория земель, к которой он относится, вид разрешенного использования и площадь земельного участка. То есть вид разрешенного – это то, что на нем можно делать и для чего он используется. На кадастровую стоимость объекта капитального строительства, то есть домов, квартир, гаражей там и других капитальных строений, влияет вид объекта, его назначение и также площадь. Кроме того, оценщиками учитываются и другие факторы, например, инженерные коммуникации, транспортная и социальная инфраструктура, местоположение, а для объектов капитального строительства – это материал стен и год постройки. Следует отметить, что кадастровая стоимость – это не налог, это база для исчисления налога. Налог определяется путем умножения вот этой кадастровой стоимости на различные утвержденные нормативными актами налоговые ставки. Которые применяются часто на местном уровне. Да, 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 да. С землей понятно, по поводу капитальных строений. Как понять, что вот перед нами оно? Объект капитального строительства, да, вы имеете в виду. Признаки капитальности заложены у нас различными нормативными документами. Главным отличительным признаком капитального строения является наличие фундамента. То есть именно он выступает своеобразной связью объекта с земельным участком. Исходя из особенностей строения, таких как наличие фундамента, инженерных всяких подземных коммуникаций, материал стен, связанность конструктивных элементов с фундаментом, можно определить, является этот объект капитальным строением или нет, но главное – это фундамент. И важно еще то, что все объекты капитального строения являются объектами недвижимости. То есть перемещение их без ущерба для их назначения невозможно. Хорошо. А если на участке есть бани, гаражи, какие-то постройки подсобные, вот нужно ли их где-то регистрировать? И что будет, если ты этого не сделаешь? Штраф? Ну, в соответствии с законодательством у нас кадастровый учет и государственная регистрация права объекты недвижимости носят общезаявительный характер. То есть законом не обязывает граждан идти регистрировать объекты недвижимости. Таким образом, владелец хозпостройки сам уже определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра для регистрации или нет в качестве объекта недвижимости. При этом очень важно, что для проведения кадастрового учета и регистрации права на постройку она должна прежде всего отвечать признаками недвижимости, то есть быть прочно связана с землей, и ее перемещение невозможно без ущерба ее назначению. Ну а хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, они и налогом не облагаются, и поэтому они не регистрируются в Едином государственном реестре недвижимости. Соответственно, штрафы за то, что постройка не стоит на кадастровом учете или не зарегистрирована законодательно, но не предусмотрено. Штраф может быть наложен госземинспектором в другой ситуации. Если садовый участок предоставлен для садового участка, а по факту используют его люди, допустим, для магазина или для автомастерской. Вот в этом случае идет уже нарушение, и здесь уже госземинспектор выписывает штраф. Поэтому те граждане, которые могут... там, ну, садят огороды, там ставят какие-то навесы, могут вообще не беспокоиться, и все у них будет хорошо. Вот что касается домов, когда они будут оценены, понятно, что это коснется не только домов, которые стоят на земле, еще и квартир, и домов частных. Вот скажите, пожалуйста, если нам кажется, что вот эта кадастровая стоимость, которую нам насчитали, ну, так высоковато, можно где-то это решение оспорить? Конечно. Очень важно отметить, что оценку объектов недвижимости проводит не Росреестр, а созданные в регионах бюджетные учреждения. В Алтайском крае государственную кадастровую оценку проводит, как я и уже и говорила, у нас Алтайский центр недвижимости и государственные кадастровые оценки. Законодательством предусмотрено уточнение сведений по спорным объектам в период проведения оценки. Эта работа входит тоже в функции организации оценщика. После утверждения результатов государственной кадастровой оценки кадастровую стоимость можно будет оспорить в комиссии по рассмотрению споров об определении кадастровой стоимости или в суде. При этом только для обращения в комиссию потребуется отчет о рыночной оценке, то есть чтобы заявитель сам как бы взял и сказал, что да, я вот не согласен, вот у меня отчет о рыночной оценке, вот такое
И все, и в случае, если правообладатель считает, что при определении кадастровой стоимости допущена ошибка, он может обратиться с заявлением либо к организации-оценщику, либо в МФЦ. То есть даже в процессе оценки мы можем как-то корректировать. Да. Ольга Александровна, вопрос, который, может быть, напрямую к теме нашей программы сегодня не относится, но очень часто звучит. Раз уж у нас в гостях, расскажите, пожалуйста, что делать, если два земельных участка наложились? Наложение или пересечение границ в реестре недвижимости, как бы это очень актуальная такая тема, и может она возникнуть из-за несоответствия сведения о координатах и границе фактического местоположения земельного участка. Это может возникнуть в результате ошибки, допущенной при проведении кадастровых работ, оформлении землеустроительной документации или оформлении межевого плана. То есть, получается, координаты земельного участка установлены неправильно, и когда начинаешь вносить эти координаты в единый государственный реестр, то получается как бы смещение ошибочной границы в сторону, в любую, может быть, сторону, даже в сторону, где земельный участок уже состоит на государственном кадастровом учете. Тогда и возникает вот это пересечение. Граница одного участка зрительно накладывается на другой. Ошибки такого плана называются реестровыми ошибками. Чтобы устранить эту ошибку, специалисты в кадастровой палате сначала самостоятельно поднимают документы, технические документы, правоустанавливающие документы, картографическую основу реестра недвижимости. В случае, если недостаточно таких сведений, то такую ошибку можно исправить только после повторного координирования земельного участка на местности. То есть для исправления нужно вызвать кадастрового инженера и потом обратиться с межевым планом в органы, ну, в МФЦ, допустим. Так. Также местоположение границ земельного участка возможно путем осуществления комплексных кадастровых работ. То есть это когда работы проводятся, вот взяли какое-то, допустим, село и провели там всех земельных участков, то есть все закоординировали, все участки, и поставили на государственный кадастровый учет, обратились, уточнили все. Но, как правило, заказчиком таких работ является администрация местная. Если же ни один из вышеперечисленных вот этих вот способов не, все-таки результата не дает, то гражданин, в принципе, может обратиться в суд, если он не согласен с границей, и там доказать, что моя граница проходит именно вот вдоль забора, допустим, или еще какие-то там опознавательные знаки. Поэтому так или иначе не стоит впадать в панику. Для начала нужно вообще запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости. И там есть графа «Особые отметки», и посмотреть, есть ли там какая-то запись или нет. То есть если пересечение есть, то там будет соответствующая запись в этой в графе особой отметки. Если там нет ничего, поэтому, значит, все хорошо с участком, никаких пересечений у него нет. Ну, смотрите, вот таких вопросов возникает много, не только такие, по другим темам. Я знаю, что вы сейчас находитесь в процессе переезда. Куда обращаться-то? На сегодняшний день мы находимся... Две точки у нас по городу. Это Советская 217А и Валя Максимовой 27. Специалисты наши, они проводят и консультации физическим, юридическим лицам, осуществляем проект составления договоров, мены, там, различных сделок, там, да, земельных участков. То есть специалисты, они очень грамотные, большой стаж работы у них уже в этой сфере. И поэтому как бы с радостью поможем жителям нашего города, чтобы они обратились к нам. Также можем... осуществить прием документов в порядке выездного приема есть у нас такое. То есть люди могут обратиться к нам и сдать документы и на кадастровый учет, и на регистрацию права. Ольга Александровна, спасибо, что пришли, ответили на вопросы, которые накопились. Удачников прежде всего. Спасибо большое. А на сегодня это все. С вами была программа «Деловой разговор». Увидимся через неделю.